Великий князь в терминологии Орды был беклярбеком. Великий князь московский Владимирский Дмитрий Иванович был беклярбеком северного улуса, и никак иначе, которое называлось или русский улус Золотой Орды, или северный улус Золотой Орды, или на европейских картах Московия, она же Татария. Такая была история. Ибо Русь была частью Орды. И когда русские князья ехали в Орду, они ползли ниц и исполняли полный обряд. По тем сведениям, которые дошли, можно реконструировать цельную, логичную, непротиворечивую картину, и от этой картины волосы встают дыбом. Я не сомневаюсь, что вы ходили в школу и даже любили историю. Согласно нашей истории, в 1380 году, 8 сентября по старому стилю, плюс 13, 8 плюс 13, 21 по новому, состоялось сражение на Куликовом поле, куда собрались русские люди из разных княжеств, где они впервые почувствовали себя единым народом. Так вот, я хочу сказать, что все было совсем не так. И единым народом они почувствовали себя совсем не там и не тогда. И последствия были горестные, и мотивы были иные. Кто есть российский историк? Он есть бывший советский историк. 25 лет для истории мгновения. За эти 25 лет успели только заматереть ребята, которые защищали кандидатские еще при советской власти, когда все было единообразно и предписано. Но, видите ли, при Иване IV Грозном, как знают все историки и даже некоторые не историки, все библиотеки попадали под Иванову длинную и тяжкую руку. Эти библиотеки, ибо он собирал земли русские вокруг Москвы, или уничтожались, или свозились в Москву, входили в ту самую легендарную, огромную библиотеку Ивана Грозного, которая затем никогда не была найдена, хотя прошло уже, понимаете, скоро 1500 лет после его смерти. То, чего никогда не было найдено, вероятнее всего, не существует. А с летописями мы знакомы, как правило, от XVI века и далее. Мы не имеем прижизненных списков. Что-то было в библиотеке Татищева, но она сгорела вместе с его домом в Петербурге. Таким образом, вся русская история была переписана во времена Ивана Грозного. Если кто-нибудь думает, что фальсификация истории придумана в постсоветской России, он сильно ошибается, ибо историю фальсифицировали всегда. История – это всегда политика, обращенная в прошлое. Потому что на самом деле вот нашествие Тохтамыша на Русь. Стоп! Не на Русь, только на Великое княжество Московское и Владимирское, Великое княжество Рязанское, Великое княжество Тверское, Великое княжество Тверское и Суздальское не пострадали никак. И более того, и Суздаль, и Нижний Новгород, и Рязань поставили своих людей для штурма Москвы. То, что у нас принято называть Литвой, вот применительно к XIV веку, называлось Великое княжество Литовское, Русское, Жемайцкое и прочее, и туда входили три четверти исторической Руси, а именно Великие княжества Киевское, Черниговское, Полоцкое, Новгород-Сиверское, Курская, Белгородская и так далее, так далее. То есть была Великая Западная Русь и была Русь Восточная, которая называлась или русский улус Золотой Орды, или северный улус Золотой Орды, или на европейских картах Московия, она же Татария. Такая была история. Ибо Орда была государством наднациональным, надэтническим, надрелигиозным, надполитическим. Это была единая империя для всего. Самая огромная в истории. 38 миллионов квадратных километров. Они аннексировали. Они входили в территорию, всасывали ее в себя. Местная администрация превращалась в администрацию вот этой провинции. Великий князь в терминологии Орды был беклярбеком. Великий князь московский Владимирский Дмитрий Иванович был беклярбеком северного улуса. И никак иначе. Что же касается Мамая, то да. Мамай был узурпатор. Он не был хан. Он был управляющий. Он был темник, маршал, выражаясь сегодняшним языком. Он был эмир.
И он был беклербек. Грубо говоря, он был премьер-министр. Первым царем на Руси именовался великий Бату хан. И великий князь киевский Ярослав Всеволодович велел младшим князьям, а он был старше из них, именовать Бату царем. С тех пор на Руси ханы именовались царями. И только после того, как пала Орда, этот титул великие князья московские перенесли на себя. Иван III именовал так себя, титуловал иногда, а Иван IV уже всегда. Во времена Ивана IV Грозного Орда уже кончилась. И царь стал сидеть не в Сарайберке, столице Золотой Орды, а в Москве. И здесь была сосредоточена власть. И войска этого улуса пошли завоевывать всю империю, пока к концу XIX века не дошли до пределов и не всосали всю эту бывшую империю в себя. Так а нам тогда как себя именовать всех? Как хотите, так и именуйте, хоть горшком назови, то только в печь не сажай. Мы кем были, называли себя, тем и продолжаем называть. Но надо понимать, откуда мы ведем свое начало. Ибо Русь была частью Орды. Русские князья делали карьеру в ордынской администрации. А вообще вся эта история, она как-то перекликается с современной геополитической ситуацией в мире? Еще как. Украина утверждает, что только она наследница Киева, а русские – это наследники Орды, причем утверждают это в некоем унизительном по отношению к России смысле. Ну и в устройстве нашем это сохранилось до сих пор. Был великий закон Чингиза, который нельзя было нарушать по страхам смертной казни. Это было запросто. Но в пределах этого закона приказ начальника не просто закон для подчиненного, закон природы для подчиненного. Не исполнять его нельзя. И модус вивенди, образ жизни. Ты стелишься перед тем, кто на ступень выше, но заставляешь лизать себе сапоги тех, кто ступенью ниже. И когда русские князья ехали в Орду, они ползли ниц и исполняли полный обряд. Дмитрий Грозный очи решил не покориться и был убит тут же. Других прецедентов не было. Но когда князья возвращались домой, уж они заставляли бояр стелиться перед собой и под себя. Ну, а когда дело доходило до простых людей, уж они должны были ползать по пыли на брюхе перед всеми. И вот это осталось до сих пор. Вот это я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак. Это пошло от того, как ордынский закон был усвоен Русью. Это наше. Огромное вам спасибо и поздравляем вас с рождением новой книги, а всех ваших читателей поздравляем с тем же. Да, вот та самая новая книга Михаила Веллера «Наш князь и хан». Спасибо. Спасибо большое.